Мы в консерватории. В консерватории имени Рахманинова. Вот моя мама. Внизу справа. Вот. Вот. Фотография преподавателя, у которого училась моя мама по вокалу. Маргарита Николаевна Худовердова. Вот, можете прочитать. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор. Завел кафедру с 84 по 10 год. Входим в класс. Картин. Никого нет, кроме нас. Кроме меня, в смысле. Lo scopo.